Доброго всем времени суток. Я думаю, будет интересная для вас информация. Вот сегодня мы прилетели в Лиссабон на самолете, и нас вез таксист в Лиссабон. Мы задали ему вопрос, как можно проехать в аутлет Фрипорт. Он сказал, что туда ходят только утром или вечером там автобус, и почти доехать невозможно, но он с удовольствием туда-обратно за 70, ну 80, 80, 70 нет, евро нас туда-обратно отвезет, но это очень дорого. Мы поговорили на ресепшене в отель, куда приехали, и узнали, что вот ходят два вот таких автобуса, 431 и 432. Стоимость поездки с одного человека 3 евро 55 центов. Вот, мы нормально доехали туда-обратно, автобус ходит один раз в час, в полчаса, когда бывает, но этого достаточно, чтобы там все равно там не меньше 3-4 часов проводишь. А эти автобусы, вот именно вот эти 431, 432, они уходят от станции Ориента, как-то вот так вот, красная линия, но вы найдете. Это возле торгового центра Васко да Гама. Красная линия, метро здесь немного, так что можно спокойно найти. Поэтому спокойно, а вот этот автобус с той стороны, они оттуда уезжают в аутлет. Поэтому спокойно доезжайте до этой станции. И спокойно садись на автобус, метро стоит 1 евро 50 центов. Садись на этот автобус, спокойно езжайте прямо перед центральным входом. Вы туда подъедете и нормально там проведете время. Не надо слушать никаких таксистов. Не очень мне понравилось, как ведут таксисты. Это уже не первый раз, когда они объясняют, что невозможно доехать на автобусах туда. Спокойно езжайте и на шопинг. Вот, вот такие два автобуса. Да, еще не только 431, 432. Когда вы туда приедете, там посмотрите, еще другие есть направления. Но фото, расписание я в конце выставлю. Все, удачных покупок. Приезжайте сюда, к аутлету Фрипорт. Вот эта остановка. Это остановка приезда. Там остановка с той стороны, вот такой же наподобие белый автобус. Это уезд в Лиссабон. Сейчас я покажу расписание по приезду. Два автобуса. 431. Вот 431, вот его расписание. И 432. Вот его расписание. Это остановка. Сюда приезжает автобус. От центрального входа аутлета, вот переходит дорогу, остановка. И вот с этой стороны здесь остановка, это на уезд в Лиссабон. Вот она остановка, 431, 432, автобус сюда приходит. Вот такие автобусы ходят. Лиссабона. Вот так он приехал, сейчас людей высадил. Сейчас поедет, развернется, и минут через 15 мы поедем в Лиссабон.